Сладкие подарки, игрушки и средства гигиены для самых маленьких. Депутаты окружного собрания посетили Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Воспитанники и педагоги, в свою очередь, рассказали и показали гостям, как живут. Провели небольшую экскурсию по учреждению. Здравствуйте. Здравствуйте. Гости в Центре содействия семейному устройству, особенно в канун праздников, обычное дело. Ребята без стеснения рассказывают, как живут, чем занимаются. Ой, а это кто там живет? Сейчас в учреждении воспитываются порядка 90 детей от рождения до 18 лет. Здесь они отдыхают, коротают свой досуг. Уютные по-домашнему комнаты, чистоту и порядок в них поддерживают сами воспитанники. Видно, что все очень заботливо, все от сердца, все от души. Это очень важно. Когда дети порой, извините, хотят остаться здесь и не хотят порой ехать домой. Понимаете? Поэтому это говорит о вашем отношении. В канун Нового года принято загадывать желания. Педагогический коллектив для своих воспитанников загадывает здоровье. Выпускникам поступления в вузы, сиротам обретение новых семей, о себе сил. Очень много у нас людей, которые нам помогают, приходят не только на праздники, а в течение года. Мы всем рады. Вот именно что волонтеры, добрые люди приходят, звонят, и всегда мы принимаем их помощь. Всех ждем в гости, приходите. День открытых дверей, когда у нас есть тоже объявления, всегда бывают, да, и ждем все в гости. Председатель регионального парламента Александр Лутавинов отметил, проживание в учреждении очень комфортное. Педагоги чуткие. Конечно, есть проблемы, но при всеобщем содействии их можно решить. Ну, если говорить о педагогическом коллективе, то он действительно здесь работает качественно, работает хорошо. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное с точки зрения обеспечения деятельности данного учреждения. Я полагаю, мы его все вместе не оставим своей заботой и вниманием. В свою очередь глава регионального парламента пригласил старших воспитанников учреждения с ответным визитом в собрание депутатов. Рассказать в рамках программы профориентации ребятам о законодательном процессе в Ненецком автономном округе. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».